Всем привет, народ! Пропадал неделю, не записывал видео и решил, значит, появиться и рассказать вообще, что происходит. Вот. Было куча дел. Я не мог записать видео. Значит, также с своим лидерским счетом я столкнулся с проблемой. Сейчас я пытаюсь решить суппортом Forex for You, но в принципе об этом и всем, так сказать, подробно узнаете в этом видео. Значит, заканчивал месяц я, как вы помните, с 381,54, но последние 2-3 недели я размышлял, надо ли пополнять что-то или не надо. Ну, вот я решил пополнить, минус все комиссии, значит, составило пополнение 50,8 баксов, то есть месяц я начал с 432,34. Сейчас у меня 445,04, и если посчитать, это 12,7 плюс за неделю или 2,93, то есть не дотянул я до 3%. Я уже говорил, что моя цель 3% в неделю. Вот. Сейчас я сделал несколько, так сказать, вот, все видите, у меня вот зеленое, это вложено в франк, но если посмотреть, секундочку, вот франк, то есть я склоняюсь к тому, что франк будет падать. Но франк идет вверх, соответственно, для меня будет это тяжелая неделя, так как я должен платить каждый день свопы, довольно-таки большой своп, и сделка уже простояла довольно-таки долго, соответственно, если за день-два ничего не решится, то есть с ними он будет оставаться на хаях, я буду сделки закрывать минус в минус, то есть, соответственно, это и следующее начало недели, скорее всего, для меня будут отрицательные, либо с минимальным плюсом. Но поглядим, так сказать, еще поживем да поглядим. Так, значит, что по поводу копирующего счета, значит, вот вы видите, возраст счета 8 лет. Да, я не смог, значит, я когда-то учился, как торговать и что-то делать. То есть это было 8 лет назад. Значит, я в течение там нескольких лет учился, торговался, но, значит, в минуса заходил. Вот, значит, перед тем, как торговал, вы помните, я делал копировал счет. Соответственно, это был, отсюда выбрались деньги, и все это шло в минуса. И значит, я его не могу удержать, как оказалось, не могу на нем открыть лидерский счет. Мне нужно открывать новый счет совсем и так далее. Поэтому это задержалось, потому что я сейчас думаю, как выйти из данной ситуации. Не хотелось бы этот счет оставлять и делать старый. Но есть еще несколько нюансов. Значит, во-первых, у меня показывает прирост минус 9%. Да, то есть не знаю почему. То есть он считает, скорее всего, на, чтобы вы понимали, скорее всего, как я понимаю, он считает, вот если посмотрим мой баланс, например, вот сколько у меня сейчас открыто, с 18 сентября, да, смотрите. Он, в принципе, бесконечно, постоянно четко рос. Значит, вот эти вот ямы и падение баланса, и либо это было мое, я не знаю, как он высчитывает, потому что я практически вот никогда не закрывал, то есть у меня нету практически минусовых сделок, вы можете это посмотреть. Сейчас посмотрим сделки, к примеру, за последние 7 дней. Посмотрите, все плюс, да? Там хоть один пункт плюс, но всегда плюс. И не знаю, как данная система высчитывает. Соответственно, мне показывают, значит, 14% за 30 дней.
Окей. Неделю назад, то есть у меня показывал 33. Не знаю, значит, как он считает, потому что я так подозреваю, так лево считает, как мне суппорт отвечал, из-за того, что у меня когда-то были минуса. Вот видите, например, 6 сентября показывает у меня минус 100 баксов. Да, ну, у меня нету таких у меня не было таких минусов. Он считает за весь промежуток, скорее всего. И, соответственно, вот, у меня, видите, он ушел плюс, 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 плюс. Сейчас уже ушел минус 20 только. Соответственно, да и толку нету держать этот, значит, вообще лидерский счет. Соответственно, я его поменяю, значит, начну с нуля. Потому что, скорее всего, нормальный человек придет, посмотрит минус 9, до свидания. И даже не будет копировать. Хотя, на самом деле, если вы смотрите, раз, два, три, четыре, 6 недель подряд плюс. Да, он небольшой плюс, окей, но он плюс. Соответственно, мы будем смотреть. Я еще посмотрю, как работает вообще лидерский счет и как он отображает статистику. Чтобы вы понимали, то есть сказать, не вложили деньги, а у вас там, скажем, минуса какие-то, и вы меня потом бы писали, значит, в личку и спрашивали, ты козел, ты меня обманул, то есть я теряю деньги. Нет, я этого не хочу изначально, поэтому вообще как бы я лидерский счет не хотел открывать, потому что, ну вот я вам показываю, все идет, ну люди просят, мне начали писать, как, покажи, ну рассказывать и показывать, знаете, я как уже и говорил, ситуация каждый раз меняется. Я вам показал плюс, и там, скажем, у меня может череда быть 2-3 часа минусов, потом я выхожу обратно в плюс. И все это я не могу вам показать. Я покажу вам две удачные, скажем, сделки или отрицательные сделки. Вы потом будете мне рассказывать, что вот ты выбрал лучшие моменты. Соответственно, лучший лидерский счет. Вот единственное, я хочу разобраться, чтобы он отображал правильный мой рост процентов. Соответственно, наверное, придется новый счет открывать. Для того, чтобы видели, и что да, мы там идем в плюс, сколько процентов, то есть статистика, как говорится, не обманешь. И можете даже сами покопировать, если захочете. Вот. Но это все в будущем. Пока мы идем в плюс. Вот. Будем смотреть, как следующая неделя закончится моя. Так что всем пока, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы, там, не знаю. Может быть, какие-то у вас возникли, или может даже какие-то советы. Спасибо.